Ну что, друзья, привет, и с вами я, Михаил Шилов. О чем я хочу рассказать? В те дни, когда стоит долгая плохая погода, вот несколько дней подряд идут там сильные дожди, и мне трудно выбрать время, чтобы пойти на стадион, потому что только я выйду за крыльцо, вот туда за калитку, как тут же начинается дождь, мне бегом приходится бежать назад. Но, значит, надо что делать? Значит, надо выкраивать как-то время, потому что хочется заниматься на улице. У меня, конечно, дома спортивный зал есть, но мне хочется позаниматься на улице. Мне, конечно, повезло. У меня вот здесь есть своя спортивная площадка. Вот. Но если бы даже бы ее не было, она же не всегда у меня была, я просто выкраиваю время, чтобы позаниматься около дома на улице. Что мне может заменить кардио и жиросжигающую тренировку? Интенсивы на мешках, бой с тенью. Это вот самое то, что нужно. Потому что для того, чтобы провести 5 раундов, ну, боя с тенью, а по 3 минуты с интервалом в 1 минуту, нужно всего лишь 25 минут. И выкроить время можно всегда. То есть между дождями даже. Как только дождик перестал, сразу раз во двор и все. А уж если у вас есть еще куда мешок повесить, то вот интенсивы на мешках, это просто фантастика. И вот сейчас у меня как раз в эту пасмурную погоду будет именно такая тренировка. То есть будет интенсивы на мешках. А бой с тенью был у меня с утра. Так что вот так, друзья. А видео сейчас последует. Thank you.
Это очень важно. 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 Это очень важно.